Друзья, всем привет! Продолжаем с вами играть Crusader Kings 2. Подавляем восстание, которое у нас образовалось в прошлой серии. И у нас еще здесь есть две территории, которые просто тупо отделились, блин, козлы поганые. Это придется мне еще и с ними потом воевать. Ну а сейчас восставших нагнем. Я тут уже территории некоторые раздал, потихоньку, быстренько отправил приглашение на женитьбу. Некоторые земли тоже раздал. И даже организовал помолвку. Так, мне еще одна жена нужна. Давайте я быстренько сейчас гляну, с кем бы мне неплохо было бы замутить. Желательно с врожденными навыками. Ну вот можно насмышленно еще. Давайте. Помолвку. Что, нельзя, да? Хотя можно и принцу помолвку сделать. Сводному брату. Ладно, пусть смотрит. Так, 15 тысяч войска у нас есть. Так, не буду, пожалуй, нападать. Подождем, пока идет захват, и уже потом тогда организуем штурм. Как у нас с науками? Практика торговли, фортификация. Офигеть! 11 тысяч вон стоит. Ну, сейчас, ладно, захватим крепость и пойдем этих мочить. Уродов. Обнаглевших. Много о себе возомнивших. Почему-то я не могу забрать у чувака. Так. Ладно. 30, блин, золотых. Уже 12 рыл тысяч. Советнички, вы же колебали там подыхать. 18, ни о чем. Ну еще, почему я ее не могу назначить? Что за бред? Какой брак, блин? Что за идиотство? Ну, в браке и в браке. Идиоты. Мужик-то тут при чем? В браке он, не в браке. Блин, дебилы. А если просто еще... Послать подарок.
производства, блин. Так, это хорошо. У меня заодно тайный советник теперь. Строительство лаборатории. Вот почему я не могу забрать свое наместничество. Это мое. Оно временно. Минус 10. Изгнать из страны. Потребовать выкуп. Ухудшится на минус 30. А если казнить его, то всего лишь на минус 10. Что-то я не помню. Вице же король, вице. То есть, по идее, после его смерти все должно перейти ко мне. Так, ну вот, у меня 14 тысяч против всей этой толпы. Так, теперь надо мне новых полководцев срочно. Ну, пока хватит. Забирай. Пневмония, блин, страдает. Зашибись. Так, а у меня есть случайно или нет лекарь? Так, регент дядя пусть будет. Лекарь есть. Еще не лечим. Вот, неплохо вмазали. Сейчас этих еще нагнем. Сейчас мы вас всех тут раскидаем. Умников таких. Thank you.
Так, предложить мир хочет. Ха. Дурак, что ли? Я вас всех тут отправлю за решеточку. Оживиться. А это ухудшится. Ну, как обычно. Так, ну что, война здесь закончена. Давайте распустим флот, распустим этих. И так. Тут маленько я зря. Не хватает. Сейчас будем атаковать вот этих уродов, которые вдруг решили, что они самостоятельно могут править. 8 апреля. Эй, чё так быстро-то? Нет уж. Как-то не вовремя предложил ты, чувачок, монумент возводить. Так, ну вроде неплохо. Чуть-чуть ранили пацанчика. Ну вот. Теперь мой. Нифига себе, родственнички у меня какие оказываются. Хрень какая-то. Вроде завоевание хотел сделать, а тут вышла жопа какая-то непонятная. Так, и теперь вот с этим. Да ты там уплыл. Ну, сейчас я тут войско просто тупо подниму и все.
Давай посражайся против 13 тысяч. Это тебе не там. Это тебе здесь. Так, 75%. Надо уже пацанчика срочно отправлять на мечеть. Ой, блин, на эту. В Мекку. Но он, походу, ранен. Чё? Дурак, что ли? Было б чё ловить там. Вот и соточка. Всё, вернули. То видишь ты какой умник. Из-под моей руки захотел выйти. Всё, всех нагнули. Всех причесали. Так, теперь тут надо разобраться. 15, 16. Наместничество. Вот так. Ты счастлив? Совет, администрация. Конечно, защищен. Так, ну все. Теперь отправляем его. Это хорошо. Выслушать старца. Тут у меня кто без работы сидит? А, имам. Он же со мной пошел. Так, отлично. Давай-ка тогда вот так. Уже не надо никуда нам распространять веру. Че? А, ну да. Давайте флот, все это уберем. Вот и он, люди недовольные. Наследничек, блин. Без всяких хороших показателей появился. Есть гуд. Вот сводный брат, я понимаю. Растет, в принципе, неплохим таким. Так. К чему больше лежит? К образованности. Ну давай, раз у тебя к этому есть стремление. Что у нас тут еще можно выбрать? Процветание страны. Давайте попробуем. Не буду пока ни с кем воевать. И так отвоевались неплохо. И надеюсь, это процветание страны пойдет только на пользу. Лекарь. Регент. 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 Че, брат? Дядя, давай. Регентом опять. Карлика нет. Лекарь есть, вот. Чё его искать-то?
Ровно столько мне деньги нужны, чтобы я продавал. Отлично, новые земли. Избыток личных владений. Так, а кому бы подкинуть земельки? Так, мечеть. А мечеть у нас для этого есть священники. Более-менее. Вот и работай. Отлично. Пока все хорошо у нас. Семнадцать из 19. В принципе, неплохо. Хорошо. Здесь у меня 3250 будет солдатиков моих гвардейцев. Ну и отлично. Так, у меня 18 из 28 вассалов. Так, публичное разоблачение. Это чё? Шейх. Надо 2 с лишним тысячи, блин, накопить на эту сраную, на этот сраный госпиталь. 2600. Заколебали уже, если честно. Нихера себе. Я сам на ней женюсь. 21. Хотя она аж начнет бузить. Это будет не очень хорошо. Воду мутить начнет. Так, я же ее, по-моему, приглашал, чтобы сделать советником, если я не ошибаюсь. Даже не знаю, стоит ли такую брать. Давайте возьмем, хрен с ним. Будет, конечно, мутить тут все, но ничего страшного. Так, мне тут надо зелье сварить от стресса. Поглубже всех, всех нахрен. Полишать должностей.
даже отозвать уже ничего не могу. Так, а вот это уже интересно. Три полетания. Так, у меня есть лишняя земля, и тут у меня был один товарищ безземельный. Маршал, конечно, хорош, но не настолько. Так вот, будешь наместничком. Здесь у нас что? Вот же, блин, гаду этому одному земли, смотрите, перешли. Так. Есть, блин, нормальные люди, кому можно вручить целую Африку. Вот этому, конечно, можно было бы. Но он какой-то стрёмный, что ли. Вот этому попробовать. Образованный. Вот так. И все, остальные теперь относятся более-менее. Такие вот, друзья, дела. Ну что ж, всем спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии. Обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. Всем пока.